Друзья, привет! За покупку недвижимости дадут вид на жительство. Зарубежные предприниматели смогут получить вид на жительство при покупке недвижимости в Российской Федерации уже с июля 2020 года. Минэкономразвития готовит соответствующий законопроект. Как считают ведомости, принятие закона позволит стимулировать иностранных инвесторов и выведет Россию на новый экономический уровень. Подобная практика уже существует в европейских странах. При этом резкого скачка спроса на гражданство РФ после принятия закона в министерстве не ожидают. В настоящее время законопроект находится в стадии проработки. Критерии собственности пока не выработаны. Они будут установлены правительством. С вами, как всегда, был юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте подписаться на мой канал и поставьте колокольчик для напоминания о новом видео. До новых встреч, друзья. Пока!